это легкое говяжье. Оно было измельчено на слайсы, размещено в сушку, сушилось больше суток. И сейчас вот оно в таком виде, полностью высушенное. Вот оно абсолютно сухое, ломается легко. Это говорит о том, что продукт готов уже как таковой технологически. Цех по производству лакомств для домашних питомцев семейная пара Бакуменко открыла 3 года назад. Началось все с того, что в магазинах не смогли найти свежую продукцию для своих собак. Тогда купили дегидратор и стали сушить субпродукты дома. Потом приобрели профессиональное оборудование и нашли поставщика сырья. Наш регион не настолько животноводческий, чтобы мы могли спокойно баранину и утку взять. У нас примерно год ушел на поиск постоянных контрактов, постоянных поставщиков, для того, чтобы мы могли получить свежие субпродукты. Именно сбойни. У нас прямые контракты. Краснодар, Алтай. В сушилку отправляются бараньи сердца, утиные трахеи, говяжий рубец и легкие. Такие натуральные лакомства любят и кошки, и собаки. Помимо традиционных сухариков, здесь готовят вкусности по своим рецептам. Например, медальоны из бараньего рубца. В состав входит рубец бараний, морковь, тыква, и мы украшаем ягодами клюквы. Это полный состав, минерально-витаминный состав для наших питомцев. Сегодня предприятие производит до 15 тысяч упаковок в месяц. Начать производство им помогли специалисты Центра оказания услуг «Мой бизнес». Нашли в интернете сервис, который назывался «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства». Там получали все консультации, которые были необходимы нам по подбору системы налогообложения, по юридическим вопросам, связанным с поставками и прочее. Мы первый год, я думаю, что 3 раза в месяц, не меньше, обращались за всевозможными консультациями. В этом году предприятие смогло прорекламировать себя на баннере бесплатно. В следующем вновь планирует обратиться в Центр «Мой бизнес» за поддержкой по продвижению. Центр оказывает услуги по продвижению в течение всего года. Примерно 630 мест было выделено в этом году для того, чтобы разместить свою рекламу на различных инструментах. Да, это были и сайты, и рекламные конструкции, и билборды, брендбуки, сертификация. Но лучше всего о качестве продукции говорят его потребители. Корги Альфи всегда с радостью приходит за вкусняшками в магазин. Тебе вкусненько, да? Все, закончилось. Наталья Чернышова, Максим Артяков. Смотри, Хабаровск.